Более 100 тысяч кустарников уже высадили вдоль второй кольцевой дороги. К концу недели работы, которые наметили на эту осень, завершат. Растения около метра в высоту – это шиповник, ива шаровидная, айва японская и форзиция. Выбраны не случайно. Помимо красивого вида, вдоль трассы такие кустарники защищают земляные откосы от водной эрозии, а также уменьшают затраты на содержание дорог. То есть отпадает необходимость постоянно скашивать сорняки. Все участки взяты на контроль. По каждому провелась работа, и вот сейчас еще проводится. На озеленение откосов принимали участие 19 лесхозов нашего объединения. Каждому лесхозу было необходимо высадить не менее 5000 кустарников. Садят растения с закрытой корневой системой, так они лучше приживаются и устойчивы к дорожным условиям. Всего же по плану вдоль 80-километровой трассы высадят порядка 200 тысяч кустарников. Работы продолжат в апреле следующего года.